сделать замминистра иностранных дел Украины. В Петербурге появится новое общественное пространство на территории морского вокзала. Из-за санкций и новая ипостась морского вокзала придется по душе жителям и гостям города. Проект планируется осуществить в ближайшее время, представить губернатору на рассмотрение. Стоит добавить, что в Петербурге активно создаются новые профили «Бинокль» на юго-восточном горизонте. Линии. Эта комета, к слову, была открыта сравнительно недавно, в 2017 году. Ее отличительной особенностью является размер газового хвоста. Уже сейчас, по мере приближения к Солнцу, шлейф в длину превышает размеры Юпитера. Ну и еще на Крестовском острове в эти минуты проходит матч за Суперкубок России по футболу. В нем встречаются действующий обладатель награды и чемпион России по футболу.